это наша Сонечка. Она к нам пришла с улицы, ее кто-то выбросил. Такую красавицу, маленьким облезлым котенком. А сейчас она выросла и превратилась в королеву. Ну, как выяснилось, это порода рэгдолл американская. Еще ее называют тряпичная кукла. Ее, когда берешь в руки, она расслабляется. Вот она у нас как спит на чемодане. Соня. Моя хорошая.